Доброе утро всем, ребят. 12 часов дня, а я только проснулся. Сейчас надо сварить кофейка, и, как говорится, день удался. Решили мы сейчас целиком пожарить мясо и сделать с них бургеры. Поэтому сейчас покурим и пойдем на кухню, будем готовить очень охуенные бургеры. Блять, это мой район, сука. Долбоёбы, да. Решили целиком поменять лампочку. Сука, меня сейчас током ёбнет, блядь. Да ёб твою мать, ты что там, блядь, не выкручиваешь? Будет весело. Сука, она ещё горячая, как я ей буду. Да сука, блядь, она что, бесконечно туда вкручена, блядь? Ну тогда как бы. Ёб твою мать, тупо отпала люстра. Здравствуйте, блядь. Так, итак, есть у нас фаршет. Надо заправить. Соль, перец, все дела. Разбрызгаем его. Наши бургеры. И будем хавать нихерово. Парам-парам-пам-пам-пам. Главное. Ты как-то, блядь, вообще еще пару обуви не снимаешь. Детка, это бургер. Это крабсти крабс. Сука. А ты сыра не нарезал, блядь. Не будет без сыра, значит. Так, надо еще вернуть сырка. Давай, отец вам покажет фаталити, что нарезание сыра. И будет четко. Один раз уже. Какой-то он нихуя не тоненький, блядь. Сколько это? Так, еще один. Да, дальше помидорка, блядь. Коронные бургеры. Оп-оп-оп. Дальше, лучочек, нахуй, блядь. Так лук нарезал, как я ебу, сука, чтобы мы, блядь... Ну, такой шмат нормальный, надо, наверное, на дно кидать. Такое, это чтобы, блядь, чисто, блядь, я не знаю, от вампиров защищаться, нахуй. Оп-оп-оп. Теперь накрываем это все дела, блядь. Главное их еще спрессовать, нахуй. Под пресс положить нормально, четко. Вот так. Ну и все, ребята, теперь. Бургер готов. Я вам скажу, приятного аппетита. Ах ты ж, ёб твою мать. Да. Домашний бургер лучше всего. Ребята, лучше не найдете.